Так. Все, я здесь. Медянка — это не просто ящерица, это безногая ящерица. Вот. Возможно, медянки тоже бывают разные, как и гадюки. И... Так, выделил Канзерга, который не только спамит лингов. Так, короче, выходит Варди, я тоже выхожу. Ну что, надо с дивана маленечко поковыряться, ребят, сейчас. По ходу дела. Так, погодите-ка. Оп. Пожалуйста. Так, подождите, сейчас возьму тексты отсюда только. Не, ну я сейчас попробую что-нибудь поковырять. Просто я за меня есть где-то полтора часа, за это время я точно не успею собрать ничего, как бы. Ну, так хотя бы посмотреть что-то, как с чего-то начать. Просто я не знаю даже, как в этой комнате это. Может быть, мне помощь, просто человек понадобится какому-нибудь. Так. А как мне вебку-то повесить? У меня есть переходник USB-шный, сейчас я его попробую использовать, чтобы вебка подальше была, чтобы обзор был от нее больше, как бы. Вот. Так. Вот, все работает отлично. Есть у меня и маленький скотч, чтобы ее прикрепить на стенку, блин. Ну как мне законтролить, что там видно будет, я не знаю. Сейчас Моник поверну, чтобы самому видеть, что там происходит. Сюда прицепить. Не, вот здесь хорошо бы это все было. Или вот так вот вообще. А вот так вот надо.
Давайте сейчас я попробую скотчем зацепить. Ее сюда. Может, что, конечно, и получится из этого. Интересную. Блин, ребят, я только что понял, что я Валера просто голимый. Я извиняюсь, но сборки дивана не будет. Почему? Потому что все мои отвертки и все дела на другой квартире. И собрать я ничего не смогу просто. Вот такие вот дела. Зато могу вам показать теперь с помощью удлинителя вид во двор. Мой, оп. И погодку. Вот так вот. Так что дела такие. Короче, хотя дайте-ка я сейчас маме позвоню. У соседей. Соседей нет ничего. Походу, да, придет сейчас Лада поиграть. Тем более, я не знаю, дома там соседи или нет. Подождите, сейчас я позвоню, быстренько вернусь. Так, ребят, вроде есть крестовая отвертка здесь и плоская. Сейчас посмотрю, попробую найти, может, что поковыряю. Подождите немножечко. Так, все, я здесь. Тут целый я просто арсенал нашел, ё-моё. Тут можно бомбу ядерную сделать из этого всего. Так что сейчас буду что-то делать я, походу, все-таки. Но нужно попытаться со скотчем что-то подмутить, да, как накрепить бы камеру туда мне, чтобы вам видно было, что я делаю. Вот. Нахрена я столько открутил скотч-то? Не понимаю.
ногой поверну. Ну да, вот так нормально будет видно, походу. Чуть даже маленько вроде прикрепилось. Что там видно еще? Что-то видно. Так, короче, братан, ты еще на окна себя определить? Надо переименовать стрим. Порка дивана. Вот это да. Ну посмотрим, раз обещал, будем так и делать. Это вообще прикольно. Steam ликвида уберу, а то пацаны не поймут там, блин, буржую. Забанят меня, скажут, что происходит вообще. Что ты здесь забегал? Иди на окно. Два человека надо. В принципе, прошлый я один почти собрал сам, как бы. Так, мне надо второй вариант. 17-й страницы, короче, начинать. Посмотрим, еще начать надо.
еще на авось. Нет, тут киевские только по схеме. Причем каждый пункт должен быть четко по порядку, потому что иначе придется заново разбирать, собирать вообще полностью возможно. Вот. Главное все еще без спешки делать, то сходить, матом ругаться понемножечку, как бы, и все получится тогда. Вот. Точнее, матом лучше не ругаться. Если матом ругаться, будешь нервничать, как бы, и ничего не получится тогда. Так, нет, сегодня я до конца, я уже сказал, сегодня я до конца навряд ли соберу, потому что у меня время, ну, чуть больше часа. Я думаю, ну, кто на опыте, то может вообще моментально соберет его. Я не настолько на опыте, но часа за три соберу, наверное. Хотя тут детали минимум, как бы, да, но тут он клеить какую-то надо сейчас. Шляпу, короче, да. Один. Ну, тут на эту надо. Все, я понял, куда что клеить. Где эта ткань? Что-то мне уже впадло стало, ребят, честно говоря. Как только я начал, мне сразу стало впадло. Куда там что клеить-то? Гайся, она одна, что ли? Я чуть не понимаю. Вот такая короткая хрень. Должна здесь все вообще. Должна здесь все. Это вниз, это вверх.
Так, сейчас я эту хрень наклею сначала. Может, переклеивать ее неохота. Вроде бы незначительная хренотень, но нужно четко сделать все. Против дивана был один. Потому что БУ-1, поэтому лучше все нормально сделать. Так, я не понял. Должно быть две штуки, а она почему-то одну, я только наблюдаю. Это очень странный момент, я вам скажу. Где вторая наклейка-то? Ни хрена непонятно мне. Абсолютно. Ну, в сторону я наклеил, как бы. В натуре что-то я не вижу наклейки еще одной. Может, она где-то. Сложено хитро, я не знаю. Все проверять, может, они меня просто забыли одну привезти, блин. Так. Сейчас я посмотрю по схеме, может, нарисована, где она должна быть, эта наклейка, как его. Ткань, так его. Ну, все правильно.
Угу, наклеил я. На вторую еще. Нет, как бы можно продолжать, но, блин. Где она, черт побери? Пока, конечно, другое что-нибудь делать. Начать. Ну, нужно выносить все отсюда вон. Походу в натуре у них выпало где-то там что-то, я не знаю, других вариантов крыла просто не вижу. Либо я что-то в глаза долблюсь. Такое бывало уже, кстати, что не замечал еще там да как. Так, не, ну тут подушки тут хрен знает, что тут. Уж вниз, это, наверное, верх дебилизма было бы прятать что-то. Учитывая, что предыдущая так валялась. Не, братва, короче, у меня тут уже, короче, ЧП, блин, пропала одна эта ткань. Просто мне мужики когда заносили, они вынули из картона все. И похоже, что она либо в коридоре, либо в машине где-то выпала. Что-то слезть хочешь, что ли? Сиди там. Наклеивать надо с двух сторон, как бы, а наклеивать с одной только. Можно как бы пока, ну, собрать хотя бы каркас там сзади, да? Брусовики, конечно, ну, тогда придется недолго сегодня собирать. То есть потом присоединять, а ее присоединять сразу уже после этого надо. Хотя, смотрите-ка тут. В принципе, я с той стороны наклеил, с внешней можно. Хотя нет, там вниз надо клеить. Короче, хз. Нет, с наклейкой ничего не норм. Наклейка должна быть вторая еще. Оп.
Так, короче, ребят, сейчас я схожу, позвоню, может, узнаю по поводу этого всего дела. Хотя, погоди-ка. А, ну да, кстати, в натуре одна наклейка должна быть. Во, я Вася. Только ее надо наклеить противоположно от того, как я наклеил, потому что у меня угол будет вот так вот и сюда. И та сторона будет закрываться вот этой шляпой, короче. Нужно наклеить ее сюда. Разобрал. Сейчас я позвоню, ребят, дальше. Холодильник сегодня должны привезти. Вот. Нужно будет отойти ненадолго сейчас мне. Короче, ребят, сейчас я позвоню по поводу холодильника, в общем, и переклею наклейку. Но если выяснится, что холодильник сейчас скоро привезти должны, то, походу, единственное, что я сегодня сделаю, это будет наклейка, короче. Вот. Алло, здравствуйте, Александр. Александр, здравствуйте. Я по поводу холодильника звоню. Алло. Ну вот, Рижский 56-59, который сказали готов там по поводу доставки договориться, позвонить. 56-59. Угу. А зачем срочно говорить? Не, мы просто сказали сегодня срочно позвонить, там все дела. А завтра что? А только вы доставляете? Ну, ясно. Ну, а пятницу во сколько там? Нет, люди выносили. Нет, люди выносили.
Так, пиздец, чилдоны, я вообще просто в шоке, короче, ну. Холодильник, как бы, по гарантии, ну. Типа, а вам там поднять его надо? Не, я буду с тобой поднимать. Такие, блин, уроды, короче, меня бесит эта тема просто. Да чисто Россия, блядь. Пришли, даже позвонила. Ну, уже выяснили, конечно, все это на стриме. В сервисе, говорят, магаз должен предоставить холодильник. В магазе в сервис послали. Так. Ну, теперь-то я знаю, что заявление надо писать, да, как бы в магаз, чтобы они не съехали. Но, блядь, меня эта тема просто прикалывает. То есть... Ну, NVIDIA обсосы, я вам так скажу, ребята. Разве что вот стиралку купили-ка мы недавно... Попался нормальный чел, вот, ну, продавец, как бы. А с холодильником это целая эпопея была. Мало того, что месяц везли, и вот, так еще, ну, сейчас он сломался после, через полгода. Короче, ладно, не будем об этом, не будем о грустном. Давайте хоть я чуть-чуть дивана соберу сегодня. Короче, ладно, приклеиваю эту одну штуку. Просто по минут 40 ушло на то, чтобы приклеить вот эту шляпу просто. Блин, а что-то мне кажется, вебка съехала немножко, или мне кажется. Короче, хер, ну ладно, съехала, так съехала. Так. Так. Не главное, не волнуйся. Я и не волнуюсь, турецкий. Главное, я за диван волнуюсь, чтобы он как-нибудь не это. Нет, теперь я кривлю правильно, потому что будет с нижней стороны эта шляпа стоять. Вот, видите? Вот эта вот шляпа будет с внешней стороны стоять. А наклейка, вот она! Разобрались с этим делом. Эту хрень. Теперь надо боковуху сюда привинчивать просто. Годись, это не та боковуха, мне кажется, нет? Или это та боковуха? Это та боковуха. Опа, блядь.
Чалик, сиди тут. Говнище в комнате, а? Просто до хрена. Понял, какие-то хитрожопыми какими-то этими соединять надо. Точнее, ну для меня они хитрожопые, а так совершенно обычные. Большой пакет. Чтобы начать нормально все делать, я предпочитаю просто по типу все детали разложить обычно. Вот здесь вот. Отдельно одни болты, отдельно другие. Шляпы другие, третьи отдельно. Потом уже приступить. Вот, вот этими соединять надо будет сейчас. Так, ну шестигранник здесь есть. А то у меня все там, на другой квартире. Мои. Я при сборке предыдущего дивана приобрел. Деталям сейчас посмотрю, что-то уже не так тут, по-моему, нет. Так, ну что, все есть, как бы, вроде. Сейчас я посчитаю. Болтики самые мелкие. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Все правильно. Короче, да, тут все нормально. Так, это сюда вставляется. Подождите-ка. Главное реально не спешить, почему? Потому что у них такая тема, что если что-нибудь там не то, то придется полностью разбирать вообще. Так, а как вот эту закрывать? Сама закрывается, все нормально. Для этого нужен второй человек, конечно, потому что вот эти все дырки попадать, блин. Это не сказал бы я вам, куда попадать.
попадать, наверное, будет. Я думаю, да. Маленечко на опыте этого дерьма. Вот. Так, эти две херни вставил. Теперь нужно пододвинуть вот эту козетку сюда. Я вот угораю. Тут такая есть деталь, вот, короче, во всех икеевских, вот такая хрень. Ну и в схеме показано, что шестигранник, типа, в нее всуньте. Я, блядь, думал все время, для чего это надо, короче. И я вот понимаю сейчас, что походу это надо для того, чтобы, типа, тут диаметр разный, типа, короче. Шестигранников, то есть, блядь, буржуи не понимают, что 5 миллиметров или 4, это как бы так, визуально, что ли. Не знаю я, короче. Хотя, может, я вообще не вкуриваю, для чего это надо, как бы, но... Ага, все понял. Короче, сейчас козетку нужно сюда прикрутить, она-то все и скрепит, в общем-то. Вот такая вот шляпа. И вот здесь вот, кстати, может понадобиться... Второй реальный человек, потому что я не знаю, как она тут сейчас прикрутится, куда. Попадет ли она куда-нибудь вообще туда. Угу. Эти отвертки здесь и не нужны, походу, особо будут. Тут шестигранник, все почти делается. Я тут за отвертки заморачивался, что-то там. А нет, вообще как-то, а нет, большой шестигранник просто. Да, ну да. В эту хрень... Не вставать нарисовано, а то поломаешь, короче. Вот в эту. Без бутылки не разберешься. Ну, есть у меня друзья, блядь, ну, позвал бы сейчас сюда, а уже по один бы, ну, шел бы в магаз бы, по-любому бы, как бы. Так что всякое бывает, да, тут. Куда-то ничего прибомбить.
Вот туда, под это. Я просто монстрю сначала. Вот, отлично, пошло. А теперь надо в бок ковы замонстрить. Все, вижу куда. В этом минус К1 собираешь вот в этих стыках. Тяжело как бы, ну, попасть, так один поддержал и все ок. А так, блин, короче, мудишься просто. Хотя не вот, смотрите, попадает хорошо прям. Даже вроде попадает чуть-чуть. Так, ну что, первое, то, что нужно вкручивать, Вкручено. Мешает мне там одна хреновина.
Блин. Сейчас все повалю, блин. Так, я вот сейчас сюда смотрю и думаю просто, а нужен ли угол со стороны окна вообще в этом диване? Да, ну здесь вообще это бред он будет. По-любому он с этой стороны будет угол. Вот. И вообще кажется, что уже каких-то две херни прикрутить осталось и все. Но не еще 95% всяких болтиков, всякой шляпы не прикручено вообще. Вот. Опа. А, все понял. Короче, как в предыдущем диване, то же самое. Нужен ли тут диван? Да, а что, зачем он нужен? Ты пусть пол будет один. Все равно я царь тут на квартире, как бы, да? В своей комнате, в своей студии. А все петухи пусть на полу сидят, правильно? Ладно, все. Стопэ. Останавливаемся вовремя. Блин. Вот эти две надо сюда вставлять, чтобы часть сюда прикрутить одну. Оп.
Бля, его еще переворачивать надо будет вот этой штукой вертикально наверх ставить, вот этой гранью, короче. Ну ладно. Давайте сначала эту хренотень прикручим. Что ты там, ё-моё, народ, чни голову. Вот. Зато коленный сустав разомну. Что-то как-то решил собрать комод, думаю, 4 шуфляда. Что там собирать? 3 часа нервов, вызвал мастера. This is master. Ладно. Шучу, я только по икеевским этим уже надрочился, как бы, понемножечку. Уже много чего собрал. Да нет, диван не мудрёный. Вот, смотрите, здесь второе туловище дальше понадобится, как бы. Поэтому, походу, ну, сегодня я вот это сейчас все прикручу, переверну, там что-то еще сделаю. И придется уже ждать, наверное, второе туловище, как бы, которое будет помогать мне. Thank you.
Так, сейчас я оценю степень. Это, конечно, схема для тупых буржуев, бесполезных, конечно, но есть такие моменты, когда одному все-таки тяжеловато будет подбомбить все. Да, новая работа. Окей, слушай, если там кто-то кишит, можешь выпиливать на тридцатку минимум. В принципе. Нахрен. Так, все, понял. В принципе-то можно, конечно, и вжало это все попытаться сделать. Просто я боюсь, что не сломать кого. Короче, тут еще до хрена собирать. Ну, это очевидно, да, момент был. Все одинаково.
русские, смотрю инструкцию, когда все уже сломали. Это не русские. Это долбоё. Вот. Ну или я не знаю. Не будем об этом, короче. Так, сейчас я посмотрю, как тут что вкручивать. А, все понял. Наверное, вот эти кляпы сюда надо вставить. Далее, что далее? Сюда, сюда. Там дырка закупорена, еще никто не вставлял туда. Вот. Не просто, не просто. Это все сделать, блин. Я у дивана первый. О, пробомбил тут маленечко. Блин, что-то как-то тут шатко она сидит, честно говоря. Я вам честно скажу. Я вообще туда это все вставляю дело. Ведь я вообще не туда это все дело вставляю. Ну ладно, это этому не помешает всему. Так, вот это сюда вставляется все, ребята. Ну бывает, чё. Все надо разработать направление, как так сказать. Главное ничего не порвать. Так, нужны болты. Так, здесь три, сейчас посмотрю. Длинные надо, по-моему, здесь. А, все понял это. Все понял это что? Все понял это что? Начинается вот эта вот вся тема, короче. Нужен шестигранник.
И куда-то я его уже положил, короче, по грамоте, да? Ну да. И куда я его положил-то? Здесь отвертка, здесь ничего нету. Что, сиди не будешь еще? Все нормально. Че? Десант пошел. Че я последний раз прикручивал-то шестигранником? Кто-нибудь помнит вообще? Походу где-то под диваном лежит. Чарли, ты что там лежишь? Так. Что там, блядь, вообще не понимаю. Короче, я имел в виду, куда этот шестигранник уже делся. Мелкий здесь, а большой где, блин? Блять, а как туда посмотреть-то тебе? Хороший вопрос. Нет здесь ни хрена. Розетки, что ли? Здесь нет ни хрена. А у нас на плеере отмотать нельзя, походу, да? Смотрите, куда Сережа шестигранник-то положил. Подождите, сейчас проверю.
Да, ну я даже из комнаты не выходил. То есть куда я мог положить его, не пойму, а? Вот один шестигранник, а второй-то где? Просто, блядь. Ищи шестигранник, честно. Как же можно что-нибудь просрать на ровном месте, как бы, это же вообще просто прикол. Что ты? Что ты, колбаса? Рано еще идти, подожди. Да нет, 100%, но он здесь. Блядь, ну где просто он здесь? Я всю шляпу прикрутил. Здесь я мелким прикрутил. Фантастика. Да и успокойся ты, человек.
Блять, да куда он делся-то? Он здесь лежит, ё-мо. Где он лежит, этот подонок, ё-мо? Это мелкий шестигранник. Блять, звонил я этому Александру Челдону, но, блин, куда? Я ж никуда не выходил сейчас. Звонить, блин. Я же здесь звонил, точно помню. Я сейчас депаню, ё-мо, где этот шестигранник, Чарлик, ё-мо, чё за хрень вообще, куда он делся? Сейчас отсюда начнем поезд заново, короче. Ну, здесь я все закрутил, папа мне с этим Челдоном говорил. Ничего нету, 100%. Просто, короче, космос, блядь.
Так, ну все, Челдону этому позвонил, все, минус шестигранник, короче. Где он вообще, я не знаю, блин. Так, здесь нету. Здесь тоже не наблюдается. Здесь нету ничего, кроме каких-то непонятно. А, это я в лесу ходил, там иголки. Здесь сзади даже у меня карманы есть. Но тоже тут ничего нет. Я прикрутил вот эту херню, и куда ты его положил? Куда я его положил? Фантастика, блин. Да нет, вот он точно. Короче, надо закругляться походу со стримом. Что-то не могу я найти этот шестигранник странный, блин. Куда ему деться вообще? Куда можно было? Вот куда можно было на ровном месте его положить? Ну это стандартный расклад, конечно, такой.
Что ему здесь делать? Зачем я его сюда положил? Вопрос. Фонарика-то еще нету никакого. И здесь ничего нету. Неси сюда коробку. Неси сюда, на свету и найдешь. Там есть. Thank you.
Так, тут маленький. Этот маленький? Толще надо. Блять, куда он делся вообще? Да, короче. Надо было стоп-старт делать, потому что, ну, бессмысленный поиск полугодовой, короче. Я думаю, такую запись выкладывать смысла нету, как просто минута сборки, полчаса какой-то фигни, блин. Просто куда он меня то ли мог деться, я вообще не понимаю. Еще раз опускаю диван. Чтобы проверять тут что-то, блядь. Так, что тут проверять, я хз. Уже тысячу раз проверено. Здесь ничего нет. Давайте стоп-старт сделаю в натуре, запишу и посмотреть.